В городе Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова стоит один из самых уважаемых институтов, который мы знаем как Алтайский краевой институт повышения квалификации учителей, некоторые работников образования. Некоторое время назад его переименовали в Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова. И вот для большинства людей, которые проходят мимо этой вывески, остается большая-большая загадка, кто же такой Адриан Митрофанович Топоров. А так оказалось, что это культурный герой, именем которого названо большое учреждение, которое много сделало для просвещения и образования, но о нем практически никто не знает. И вот сегодня я вам хочу рассказать, кто такой Адриан Топоров. В 1915 году в селе Вержилино нынешнего Косихинского района появился молодой учитель, который начал собирать вокруг себя круг заинтересованных людей. Под школу было предоставлено здание с протекающей крышей, более похожее на сарай, и деток крестьяне отдавали неохотно. Но Адриан Митрофанович нашел какое-то золотое сечение, он стал на свежем воздухе в теплое время читать вслух произведения русских классиков Ивана Тургенева, Льва Николаевича Толстого, Лескова и многих-многих других. И крестьяне ему потянулись, стали с интересом слушать этих полтора-два вечерних часа чтения книг вслух. И потом молодой учитель нашел некий такой прием методический, педагогический, который позволил ему реализоваться. Он предложил обсуждать. Ну вот прочитали мы «Анну Каренину», давайте разберемся, кто прав, кто виноват. Вот мы потратили почти месяц на то, чтобы прочитать вот этот великий толстовский роман. А вам-то, крестьянам, которые от сохи, насколько это близко? И крестьяне стали эти вещи обсуждать. И давать такие вот совершенно нетрадиционные взгляды на прочтение, выступая в качестве литературных критиков и где-то даже литературоведов. И это было любопытно, и это позволило сплотить вокруг себя определенный круг людей, верящих в этого молодого учителя, в человека, который может изменить мир. Тут случились революционные события, кровавая гражданская война. Но Адриан Топоров продолжал собирать крестьян и читать книжки уже не художественной направленности, или не только художественной направленности, но и книги, связанные с сельским хозяйством, с деятельностью и даже некоторые политические брошюры. И так получилось, что в мае 1920 года те друзья, которые вокруг него сплотились, приняли решение организовать новую форму хозяйствования. Попросили несколько гектаров земли в 3 километрах от деревни у деревенского схода для того, чтобы организовать свою коммуну. И одна из будущих коммунарок, а всего отделилась от деревни 22 мужчины и 27 женщин, сказала: «Ну, раз в мае нам разрешили, раз мы стартуем, раз у нас богатые начинания, перспективы богатые, в мечтах мы живем, и вообще мы литературные романтики, назовем это коммуну «Майское утро». И здесь случилось чудо. Раскорчевали поле, засеяли его просом, и это поле дало какой-то абсолютно безумный, невиданный урожай. И зиму 20-21 года крестьяне пережили на пшене, на старых запасах, на дарах леса, на картофеле. А на следующий год уже начали хозяйствовать в полную силу. Построили сараи, построили загоны для скота, построили большой народный дом, в котором продолжались эти самые читки, построили школу и начали активнейшим образом развиваться. И это развитие дало результаты, потому что оно было основано на определенных научных аграрных технологиях. Сели не одно поле, а занимались многопольем. Постепенно развивались, постепенно зарабатывали деньги. Быт был абсолютно общим, категорически запрещено было ругаться матом, обращались друг к другу по имени, отчеству, и двери на замки не закрывали. И даже во время Чумышского восстания в 1921 году, когда разного рода восставшие, бандиты грабили вокруг, стояло несколько дежурных людей, которые во время сельхозработы с высокой точки смотрели вдаль, и когда видели приближающую
группу мужчин, убегали просто в лес и прятались. Но, тем не менее, все эти вещи пережили. И к 22-му году постепенно коммуна «Майское утро» стала расцветать. Закупили коров голландской породы, закупили йоркширских свиней, организовали огромную пасеку, чтобы был свой мед. Впервые на Алтае вырастили арбузы, а уж если смотреть отчеты коммуны «Майское утро», то овощей было просто в неограниченных количествах. Одних кустов помидоров насчитывалось 20 тысяч штук. Жили хорошо, но после сельхозработ возвращались в клуб, возвращались в народный дом, читали книги, вели совместное хозяйство и начали двигаться в сторону культуры. Уже с 22 года Адриан Топоров организует оркестр, закупает 30 музыкальных инструментов, организует хор, выпускает стенгазету, организует коммунарский театр, в котором ставят произведения русских и зарубежных классиков, обучает музыке детей. И вообще его жизненное кредо звучало таким образом: «Школа без искусств является мертвым домом». И вот в эту сторону он начал развиваться активно. И кроме того, если вы в какой-нибудь смешной Википедии ведете Адриан Топоров, то увидите, что помимо многочисленных его регалий, и педагог, и аграрий, и театровед, есть еще прекрасное слово «эсперантист». В то время, в начале 20-х годов, новый язык эсперанто, универсальный язык, был очень-очень популярен. И так получилось, что и в этом Топоров был большим специалистом. И когда вот в это чудесное место, которое развивалось, и более того, через короткое время впервые вот в Косихинском районе купили 6 новых тракторов, и эти тракторы начали обрабатывать землю, освободили крестьянские руки, и крестьяне стали больше строить, началась удивительная вещь. Вот так же, как не стоит село без праведника, не стоит село без завистника. Вот когда к тем первым 49 коммунарам стали приходить люди и говорить: «Включите нас в коммуну обязательно», им задавалось 4 вопроса обязательных. Разделяешь ли ты идеалы коммуны? Готов ли ты добросовестно трудиться? Будешь ли ты заниматься культурой? И 4-й вопрос, который вот сегодня ни в одну канву бы юридического документа не вошел: не будешь ли ты склочником и кляузником? И вот когда к 24-му году майская коммуна расцвела, и когда люди наелись, и когда они стали жить совершенно иным образом, окружающие деревни, власть стала смотреть с некоторым удивлением. А что, так возможно? А что, можно ли создать нечто такое, что вот позволяет жить совершенно иным образом? Плюс к этому начались определенные директивные штуки. Например, когда власть увидела, что великолепный мед, великолепные продукты пчеловодства формируются, вышел указ, которым приехал чиновник с кожаным портфелем и сказал: всех пчел нужно перевести на клевер. Пасеку передвинули, разнотравье скосили, скормили скоту, и через короткое время 2/3 пчел просто погибло. И потребовалось большое количество времени для того, чтобы вот эту замечательную пасеку восстановить с многочисленными ульями. Или в середине 20-х годов было широко развито поветрие о том, что необходимо выращивать только собственные сибирские породы коров. А у коммунаров «Майское утро» были породистые голландские, которые давали много молока, самое лучшее масло. Есть статистика, что по производству молока одна вот эта маленькая коммуна перевыполняла план 14 окружающих деревень. Все было хорошо. И тогда крестьяне встали, и той бригаде, которая пришла забирать коров на мясокомбинат, не дали это сделать. 10 человек арестовали, увезли в Барнаул, в тюрьму. И их ждали определенные репрессии. Но так получилось, что тех людей, которые придумали вот этот почин выращивания коров сибирской породы, их тоже, в свою очередь, репрессировали. И тогда вот крестьян отпустили, сказав, что начинание было неправильным. И вот в этом удивительном месте
прорастали совершенно удивительные люди. В 1926 году Верх Жилина в коммуну «Майское утро» приехал известный тогда журналист Абрам Аграновский. Он написал небольшой очерк Генри Гейне и Глафира о том, как маленькая девочка ходит и разговаривает со столичным журналистом о драматургии Ибсена, о Генрихе Гейне. И вот человек, который приехал из столицы, узнал, что в какой-то отдаленнейшей провинции, в глухом месте живут такие люди, был восхищен, написал замечательный очерк и, в общем, выступил человеком, который, сегодня бы сказали, распиарил эту коммуну и сделал это начинание весьма и весьма достойным. И Адриан Топоров, помимо того, что организовал это производство, организовал замечательную жизнь, он еще и создал вариант, когда из этой культурной почвы стали прорастать удивительные люди. Например, после определенного излома семьи, 12 лет он был в этой коммуне, потом вынужден был из нее уехать, потому что коммунарское дело после года Великого перелома 28-го постепенно-постепенно стало сходить на нет. Потом его репрессировали, было 12 лет лагерей. После лагерей он доживал на территории современной Украины. И в 1961 году, проходя мимо одного из окон, он услышал голос Левитана, который говорил о втором полете в космос на корабле «Восток-2» Германа Степановича Титова. И вот тут у Адриана Топорова что-то щелкнуло, и он сказал: «Ой, у нас же Титовых было множество в коммуне, был Герман Степанович, уж не тот ли этот Герман, который сын Степана и Александры?» И, в общем, начал ждать следующего радийного сообщения. И в следующей радиопрограмме с пресс-конференции уже вернувшегося космонавта оказалось, что Герман Степанович, наш земляк, рассказал о том, что моей колыбелью была коммуна «Майское утро», а моим духовным дедом выступил Адриан Топоров. И после этого регалии стали возвращать, после этого Топорова реабилитировали, и произошло некоторое чудо, потому что весь Советский Союз узнал, что было такое совершенно чудесное место. И еще одно достижение, которое я вам всем настоятельно рекомендую. С 1926 года вот эти обсуждения публичных читок Топоров начал записывать. И в 1930 году вышла вот такая книжка, которая называлась «Крестьяне о писателях». Учитывая то, что классики были сброшены на некоторое время в конце 20-х с корабля современности, обсуждали в основном современную литературу. И здесь и труды Всеволода Иванова, здесь и труды Фадеева, здесь и труды Тренева, здесь и труды Юрия Олеши и многих-многих других. И вот та непосредственная потрясающая реакция крестьян в этой книге передана очень-очень точно. Например, крестьяне абсолютно не приняли великую зависть Олеши, потому что для них эта книга была непонятна, и они говорили, что она вредна и скучна, но зато «Любовь Яровую» Тренева приняли на ура и сказали, это лучшая пьеса о революции, она стоит в одном ряду с книгами Льва Толстого, Тургенева, Достоевского и многих-многих других. Мне кажется, я вам прояснил, кто был такой Адриан Топоров, и буду очень рад, если вы обратитесь к его книгам. Благо, по губернаторскому издательскому конкурсу был издан том его воспоминаний, неоднократно переиздавалась книга «Крестьяне о писателях» и некоторые другие труды. Но то, что его дух незримо витает на Алтае, то, что выпускники маленькой сельской школы говорили на иностранных языках, читали Гейна и Ипсума, играли на скрипке и могли подняться до определенных высот, большинство из них уехали из коммуны «Майское утро» и реализовали себя в культурных и в белокаменных столицах, и все было очень хорошо. Читайте.